Знаете, мне часто говорят, что я иногда занимаюсь не тем. Ну, в смысле, я занимаюсь чем-то полезным для себя, но непонятным для окружающих. Например, я играю в какую-нибудь игрушки, в какие-нибудь игрушки, а мне заявляют, что как ты можешь тратить на это время, когда куча людей в каких-то ужасных бедных странах работают на заводах и в шахтах. Мол, у них более серьезные проблемы, чем у меня, и поэтому они заслуживают больше уважения и большего чего-то там, чем я. Но на самом деле, мне кажется, что люди не должны мучиться. Если у них есть возможность жить так, как я, то так и нужно делать. Просто опять же, проблема в том, что нет у человека свободы. Если бы у людей была свобода на всей планете, то люди могли бы бездельничать как угодно или хотя бы тратить свое время на некое развлечение, и этого времени было бы больше. Поэтому разговоров о том, что некие люди бездельничают или занимаются некой неполезной деятельностью, было бы меньше. То есть таких, как Шерстнев, было бы намного больше, и это было бы намного лучше. И времени на занятия всякой приятной деятельностью, больше бы времени уходило бы на разное интересное развлечение, было бы больше. Всего этого дела полезного для людей стало бы В общем, намного лучше, если люди занимаются некой приятной для себя деятельностью и ничего при этом не теряют и не мучаются. И всяких странных разговоров о том, что люди занимаются чем-то не тем, чем на самом деле нужно заниматься, было бы намного меньше. А так, конечно, некие люди мучаются, а всякие шерстневые сидят и бездельничают, получаю от этого удовольствие. Так что проблема не в Шахтневых, да? Проблема в том, что у многих людей нет свободы.